Русская православная церковь, по словам епископа Верейского Пантелеймона, считается самым крупным организатором социального служения в России. Накоплен большой опыт, которым стоит поделиться. Основная тема 13-й межрегиональной конференции по социальному служению для епархии в Новосибирске – дальнейшая организация структуры социальной помощи в епархии. За эти годы церковь создала целую структуру социальных учреждений, систему социальной работы. И эта система очень хорошо работала во время пандемии, когда добровольцы были в больницах, помогали, священники приходили помогать врачам. Сейчас, в то время, когда в России много беженцев, то церковь тоже очень активно занимается помощью этим людям. Церковные врачи, медсестры, добровольцы были первыми, кто приехали в Мариуполь. По всей стране создано множество приютов, которые оказывают не только социальную, но и медицинскую помощь инвалидам, бездомным и наркозависимым людям. А также большое внимание уделяется женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По всей стране есть такие дома для мамы, как мы их называем, где женщина, которая оказалась в трудной ситуации, а сейчас мы видим распад семьи, мы помогаем ей, даем приют. Мы помогаем воспитывать ребенка, помогаем найти работу, получить какую-то профессию. В каждой епархии есть свои социальные объекты оказания помощи по различным направлениям. Но, по словам митрополита Никодима, не каждая епархия может предоставить помощь на высоком уровне. Но в Новосибирске на сегодняшний день сделать это удается. У нас в Новосибирске это сейчас получается. Мы дали новый импульс, например, для дома престарелых, которые у нас строятся в Академгородке. У нас строится новый социальный центр, где будет социальный отдел Новосибирской епархии и различные кабинеты для оказания медицинской помощи и прочего социального служения. В течение вот уже нескольких лет мы поддерживаем социально значимые направления Новосибирской области. Многие проекты социальной поддержки реализуются совместно с Министерством труда и социального развития, и их не так мало. Особенно в последние годы Новосибирская область является таким пилотом для многих совместных проектов. Я думаю, что мы эту традицию будем продолжать и развивать с Владыкой. Кроме социальной поддержки, церковь большое внимание уделяет изданию специальной литературы, которая помогает в работе с различными зависимыми людьми, например, с алкоголиками, которых на учете по России больше миллиона. Помощь от прочтения такой книги может быть. Люди ее читают и перестают задавать глупые вопросы. Они начинают задавать вопросы, как человек уже в теме. Конференция проработает до 9 июня. Кроме встречи и обмена опыта, на ней будут запланированы новые проекты социальной помощи, которые необходимы людям.